Всем доброго вечера. Сегодня 22 апреля, уже больше чем 22 часа 30 минут. Мы немножко задержались, но сейчас мы готовы определить победителя в акции iPhone, розыгрыша iPhone 4S в нашей группе. Итак, передо мной, собственно, сама акция. 15 344 человека отметили ее как отметили лайком, но из них, естественно, только 12 310 поделилась ссылкой. Итак, по традиции на сайте random.org мы будем определять страницу, на которой находится победитель. Страница у нас с 1 по 514 страницу. Итак, вводим с 1 по 514 на сайте random.org, выбираем generate, и нам выдается 304 страница. Итак, идем на страницу 304. Наверное, выгоднее будет начать с конца. Пойдем быстрее до нее дойдем. 304 страница. Вообще в комментариях можете оставить пожелание, вырезать или не вырезать нам вот этот муторный процесс поиска страницы, потому что он занимает все-таки ваше время. Так, идем до страницы номер 304. Осталось всего 100 страниц. Немножко ускоримся. Уже близко. Итак, 305-я, 304-я страница. Вот люди, среди которых счастливчик, который победит в этой акции. Итак, у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 24 человека. Естественно, на сайте random.org идем от 1 до 24. Итак, нажимаем generate. Получаем 4. Итак, человек по счету с номером 4 побеждает в акции iPhone. 1, 2, 3, 4. Никита. Никита, смотрим на тебя. Итак, Никита Елистратов. 400 друзей. По этому параметру более чем подходит. Акция. Вот эти буквально сегодня разместил. Человеку повезло. Разместил акцию. Так, смотрим. Да, все верно, это тот пост, который был в группе, то есть все правильно. Смотрим на фотографии. Фотографии реальные, то есть человек совершенно... Человек существует. Теперь осталось проверить, есть ли Никита в нашей группе. Согласно условиям акции, он должен быть в группе. Так, идем на vk.com/prizarium. Так, смотрим в подписчиках, вводим в поиск Никита Елистратов, поиск. Да, Никита есть в нашей группе. И таким образом, Никита, мы поздравляем тебя с выигрышем в нашей акции iPhone 4S. Не забудь, пожалуйста, связаться с нашим менеджером Виктором Бабицким, его можешь найти в контактах нашей страницы. Мы тебя поздравляем, ты стал уже каким-то 5-м или 6-м обладателем iPhone от нашего сайта. Всем удачи, не забывайте участвовать, подписываться и всем хорошего вечера. Счастливо!